Здравствуйте, дорогие мои зрители, с вами Сергей Язовский. Сегодня 14 января, мы показываем квартирку вот в этом доме. Сейчас идем и все расскажем об этой квартире. Пошли. Большой хороший проспект. Заходим в подъездик. Как всегда, все чисто, красиво, без каких-либо надписей. Почтовые ящички вот так у нас. Покажу вам от, с этой точки подъездик. Идемте смотреть. Есть лифт, но мы просто пойдем в штаб. Есть лифт. Это второй этаж. Второй этаж по... Есть вот эти средние этажи, которые эта квартира похожа, чем те, 85 метров, как мы просили. 85 метров, если вы слышите. Так вот, раз, резко подниму и покажу. Пошли. Так, смотрю. Очень широкий вход, коридор. Квартиру не успели привести в порядок, но нас просят показывать именно такие варианты. Без мебели. Отходи, Леша. Ух ты, какой широкий проход здесь у нас. Так, интересно. Большой зал. Вот этот потолок я не знаю, для чего он служит. Ага. Под ремонт, друзья. Здесь все будет сделано, отремонтировано. Эти квартиры скупаются. И мы сейчас их показываем в том состоянии, который требует клиентка. Она хочет под ремонт сама. Вот так бывает, друзья. И говорит, покажите мне без мебели, без всего. Я хочу сама все потом переделать. Проходим. Значит, понятно. Зашли здесь. Попали направо в зал. Попали в санузел. Так. Большой, нормальный. Ванночка даже есть. Деревянные окна. Что тут? Балкончик еще один есть. А вот здесь стирали ручками белье раньше испанцы. Понимаете, для чего эти патио были сделаны? Понятно? Вон там даже стекло выбито. И женщину это не пугает. Она говорит, покажите. Покажите мне без всего. Так, идем далее. Тоже опять высокие потолки. Смотрите, смотрите, не достаю. Налево. Серьезная такая кухня. Здесь можно столик спокойно разместить. Нормально. Стеклышко у нас разбитое. Хорошо, очень красиво смотрится даже. Так. Старая кухня. Место, место. Очень хорошее место. Здесь, ну, километр до моря, может быть, максимум. Жили здесь люди не совсем чистоплотные, друзья. Я это вижу уже. Следующая пошла комната. Ага, с каким-то вот таким вот уголком, аппендиксом. Здесь. Так, прямо еще комнатка. Большая. Большая. Метров 15, наверное. Встроенные шкафы. Старые окна. Но они очень надежные, потому что здесь резиночки поставил. И тепло, тепло. Тепло, как в Африке. Так, большие шкафы, встроенные, глубокие. Пошли сюда, то есть я вам показал, еще давайте глянем раз, я вам показал, там комната налево одна, направо санузел, кухня, комната, разворачиваюсь, и направо еще две комнаты, забегать не буду дальше, видно вам и так, одна, и еще одна с двойными дверями и выходом на балкон. Выходим на балкончик и наблюдаем обзорчик. Вот такой обзорчик. Так. И вот так. Неплохо. Все, друзья, обзор закончен. 85 квадратных метров. 50 тысяч евро! Adiós, amigos!